Так, у нас каждую серию сейчас будет набор учителей проходить. Кто хочет провести воспитательные работы со Стасиком и Мальком? Сам ты дебил? Малек, ты, ну, я тебе сейчас реально и Стасика сейчас бабахну, и тебя сейчас бабахну, Малек. Банан, ты будешь учителем, иди, иди, давай. Сейчас мы будем проверять, какой из тебя хороший учитель. Мы уже выяснили то, что Никич, этот алкаш-трудовик. Мы выяснили то, что Стасик, ну, она такая добренькая училка, которую можно каждый день троллить. Она вот так разговаривает. Здравствуйте, дети. Нет, ты литература. Вот, ты литература. У меня всегда литературши, они были вот такие. А, да, дети, как сегодня хорошо. Вот, они всегда так. Ну вот, поэтому ты будешь литературой, да. Банан, начинай. Давай, начинай. Значит так, Анастасия Хазова. Вы в курсе, что... Хазова, ее Хазова зовут. Анастасия Хазова. Анастасия Хазова. Вы в курсе, что в принципе нельзя обзываться? Это несет оскорбительный вред окружающим в обществе, и вас могут, в принципе, из общества исключить. Вы будете исключением, вас будут не уважать. Ага, продолжай. И за это вас могут... Что могут за это вас? За это вас могут отчислить из школы, потому что вы неадекватно себя ведете. Угу. К ученикам. К ученикам, угу. Особенно к ученику с Эдисона. Эдуарду Перцу! Своему однокласснику Эдуарду Перцу! Банан! Чётче! Вот так! Анастасия Хазова! Вот так разговаривай! А то ты с этим чпуньком соревнуешься, кто со лучшую дичь говорит, она вред обществу наносит. Какому обществу? Жестко, понятно и с интонацией. Давай, Стасик, на место, сядь на место. На место, Стасик. На место, быстро! Да не ори, как кабан резанный, я просто уверен, не надо орать, надо... Я сказал, значит так будет. Вот так разговаривай, давай. На место раз. Ты можешь... Малек, я зажигалку в жопу тебе сейчас засуну, если ты не станешь на место! Давай, Да лиса на тебя нападает, потому что ты тупые. Банан, жестко. Не кричать, жестко, давай. Анастасия Хазова. Надеюсь, так произнес. Да? Да, Анастасия Хазова, все верно. Жестко. Хазова или Хазова, там без разницы, одно и то же. Она понимает, к кому обращение нельзя идет. Нельзя обзывать других, иначе вас исключать из школы, потому что я так сказал. Да ты кто такой в этой жизни? Ты кто? Твой учитель. Ты по масти кто, петушара? Ну, в смысле, это, ты кто, откуда здесь взялся? Ну, в смысле, ты кто? Такие разговоры вас могут отчислить со школы. Вы в курсе? Ну, допустим, я в курсе. И что дальше? Ну, так а почему вы нарушаете правила? Какое? Чьи правила? Правила пользования... Ой, тьфу, какого пользования? Правила пользования унитаза? Правила пользования унитаза нарушают другие. Ага. Тогда какие правила я нарушаю? Ну, вот этот учитель банан. Адекватного поведения. Так она неадекватная, я-то тут причём ещё смотрю, слушаю вашу дичь. Продолжайте! 1 hour later. Не, банан, с тебя учитель вообще никакой. Не получится учитель. Вообще, прям, не. Ты заикаешься и дичь какую-то несешь. Пользование словами какими-то он говорит. Так, иди обратно. Отомчик у нас физруком хочет быть. Давай, Отомчик, начинай. Здравствуйте, дорогие дети. Сегодня мы будем бухать. Ой, нет, не бухать, нет. Сегодня мы будем заниматься физкультурой. Вы этого ждали? Да, да, учитель, ждали. Вы готовы, дети? Ну, если быть таким вялым учителем, тогда мы ни к чему в этой жизни не готовы. Вы готовы, дети? К чему мы готовы? К
физре. Готовы, конечно, начинайте, учитель, давайте. Тогда быстро, жим лежа, все сделали жим лежа, приседание 10 раз, 10 повторений, быстро. Может, мы хотя бы на улицу тогда выйдем, а не за партой это будем делать? Не-не-не, это именно тут надо делать. Малек, 10 отжиманий, 10 быстро. Подъемов, давай, покажи, как это надо делать. Давай, малек. Неправильно, если... неправильно. А как, ну тогда вы покажите, как правильно. Вот так надо. Так, вот, повторяй, малек. Вот так правильно, да? Да, вот так правильно, да. Ага, хорошо, давайте следующий раз. Отлично. Следующий кто? Следующее упражнение. Следующее упражнение. Жим лежа. Так был только что жим лежа. Может тогда жим стоя? Ну пусть, без разницы, там, стоя, лежа. Так, главное, покажите, как жим стоя надо делать. Так, надо еще придумать, вот, как это делать. Ну так вы даете задание учениками, даже сами не знаете придумать. Ну так придумайте, а потом задание уже давайте. Жим стоя делается вот так. Все делают жим стоя, банан, ты что не делаешь? Жим стоя делай, давайте. Хорошо. Жим стоя, быстро, вот. Хорошо, все. Так, это сделай, давайте следующий испытать. Следующий испытать. Кармы приготовлены, теперь нам придется бегать на улице. Все бегать на улицу, давай. Ну, у 600 него... метров. 600 метров. Быстро давай. На улицу. Давайте, все на улицу, давай, банан, ты тоже на улице. Ну, у него... пробежит 600 метров за 2 секунды, тому 5 в году. А у этого Чики-Бамбони у нас тоже чем-то занимается? Так, все. Все бегайте, давайте. Молодцы. Слушай, ну у Отомчика реально голос, как будто он полжизни бухал и сейчас с людьми заговорил. Вот у него примерно вот такой вот голос. Кто попадет, тому пятерка. Кто не попадет, тому... Я попал! Я убил его с одного удара. Мне пятерка из рук. Молодцы. Не молодцы. Теперь готов к... армии. О, к российской армии. Ну я не русский, поэтому я к российской армии никак готов не могу. Тогда к украинской. Украинский, там, я в Украине не живу, я не готов к украинской армии. Так, ладно. Но вы же гражданин Украины. Я гражданин. Пойдете в украинскую армию. Я в Португалии живу, я в Украину не поеду. Без разницы. Без... Так, не про... Не, ну... Но он нарко, но он алкоголик, ну, он алкаш, он, в смысле, он так разговаривает, Отомчик, ну. Так, все. Почему спорт это жизнь? Давай. А спорт это жизнь, а бухать это тоже жизнь, не забывайте. Ой, нет, это не относится к уроку. Так, за такое я пожалуюсь директору, вас отчислить, если вы еще раз такое слово скажете. Нет. Ну тогда вот это. Если... вы пожалуетесь, то я вообще... Почему спорт — это жизнь? Не заикайтесь, не запинайтесь. Спорт — это жизнь. Почему? Поучительный урок. Вы собеседование проходите. Давай. Потому что спорт — это жизнь. Больше я ничего не знаю. Я ухожу в отставку. Все, до свидания. Так. Походу, физрука мы потеряли. Давай, раз. Давай. Ты должна сказать, почему учиться это хорошо. Иди стань обратно, иди стань туда, Стасик. Давай, подожди. Здравствуйте, дети, и всем пока. Учиться это плохо. Кого? Чё она сейчас сказала? Кого? Стасик в креативе? Ах ты жопа бабуина. Очистить весь инвентарь. До свидания. Стасик больше не потом. Я сейчас забаню Стасика. Вот не горите потом, что разбань Стасика. Это Стасик была последняя. Все, до свидания. Больше мы с тобой не общаемся. Стасик креатив урубала. Да это я только что видел, Стасик. Стасик, что ты хочешь сказать свое оправдание? Ты что-то хочешь сказать свое оправдание, Стасик? А? Ничего, я наверное, же ничего не сделала. Кого? Чё? Я ничего не сделала, я просто вошла в креатив, хотела вернуть свою Кирочку. А кто тебе сказал, что через креатив можно что-то брать? Ты же у меня тогда удалил мою любимую Кирку. Ага, ну и значит я удалил, потому что ее начитерила. Нет,
Все, бан, это бан, все, ребят. Можете со Стасиком обращаться, все, Стасик. Было приятно с тобой познакомиться. Это пипука. Давай. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А я желаю вам удачи и до новых встреч. Пока-пока.